Ранняя весна грозит паводками. Об этом рассказали журналистам на пресс-конференции сотрудники регионального МЧС. Эта зима выдалась достаточно снежной. Специалисты гидрометцентра предполагают, что сток воды весной может превысить средние многолетние значения. В общей массе паводки прогнозируют в различных населенных пунктах. Ежегодно под угрозой Холуй и Луг. В этом году особенно. Также возможно подтопление в Южском, Гаврилово-Посадском и Ильинском районах. Специалисты обещают, отрезанным от большой земли не останется ни один населенный пункт. Уже продуманы объездные пути, налажена система оповещения, больницы обеспечены дополнительными лекарствами. С 27 февраля начнутся проверки. Для чрезвычайных ситуаций будет организована горячая линия. Группировка более 4000 человек в случае чрезвычайной ситуации, вызванной половодьем, у нас уже запланировано. Более 1000 единиц техники готовы к реализации мероприятий, связанных на безопасный пропуск талых вод. В случае подтопления в областном центре жителям рекомендовано обращаться в управление благоустройства администрации города по номеру 32 80 83.